Приветики, ребятки! И вы на канале Фан Хаги Ваги. И спасибо вам за 30 подписчиков. Я очень рад этому подписчику. Ну давайте хотя бы 50 накопим. Ну или смогу стрим запустить. Сорянчик, ребята. Если бы был комп, я бы запустила для вас. У кого есть топ-юниты? У него есть лепрекон, кстати. Я его сегодня получу, ребятки. Вы, наверное, думаете, что я тихо говорю. Ну, вроде нет. Извините, что звука нету, пропал. Я могу экипировать как будто Оликекс. Как звучит бибос с именем Ирина? Ирина. Я не так стою. Ну, я не так этот бибос сделаю. Девочка, ты что тут стоишь? Как звучит бибос с именем? С именем Лук. Look, 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 look. Тем временем глупачи. 1+1. 11. Как звучит битбокс? С именем Лук. 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 Привет, девочка, хватит читать книжку, где твои глаза? Супер-гупер, мистер. Вы меня хотя бы слышите? Супер-гупер, мистер Купер. Если там будет кубидон за 50 гемов, я офигею. Ну хотя бы у меня есть хиганголи. Вот они пруфы. Кстати, я его купил почти за вислыны-то. Но не купил, а получил. И знаете, что произошло? Я теперь бомж. Можно от вас подарки? Мой ник Робити 444563. Я его наизусть знаю. Я бы хотел для вас снять видео шорс вот такой. Если я чувствую затылок, мне беда. В голове мои опилки, да-да-да. Хотя там мои опилки... Я забыл. Но я хотела бы для вас снять, потому что мы сегодня Винни-Пуха проходили. И мы сегодня читали. Чебурека! Я как будто летаю, но я не летаю. Это читерство. Вот она песня, врубайте на Макс. И слушайте.
в наушниках ее, только в наушниках вы будете кайфовать. Кайф. Нифига! Здорово, Афина! Я вообще ничего не слышу, я глухотянька. За что? У меня же ровно 50-ка. Да кто мне там сообщение кидает? Ну я хочу его. Он для меня нужен. Я сейчас удалю Roblox. И все это буду видеть. Меняем трейдинг сразу. Да, я такой богач, вы не заметили, что у меня 1881 монетка. Ничего я не слышу. Я на макс рубил. Вот. Не понял. Мои кошки любят, когда мы переставили, потому что у нас были проблемы с водой. Мы переставили, и мои кошки также это местечко любят. Что ж, мой кот, который Саймон, он жирненький. Он туда залезает. А как он туда вылазит? Знаете, что я сейчас хочу сделать? Выбираем мне нужных юнитов. Налагай! Ребятам, я буду делать конкурс на вот этого лайка с Пикменом. Чего нужно сделать? Подписаться на мой канал, поставить лайки, нажать колокольчик и написать комментарий с ником. Я буду проверять. Добро дня, она ненужная. А где? Дай блин! Блин, я уже пристраивал в своей голове, что я куплю его и уберу, знаете кого? Вот эту, в нее и него. И вместо них я буду король. Ребята, знаете что? Когда еще было новогоднее обновление, я не использовал читы в этой игре, ну как будто использовал. Я какие-то кодики вводил, но кодики были запрещены. Я вводил какие-то цифры, там 8, 9, 3, 4, 5, 6. Промокод с первого. Вы ничего не слышали? И короче, мне за этот промокод давали 1000 монет. И этот промокод надо было использовать на харде. Я не понимаю совсем. Ну спасибо хотя бы Toilet Tower Defense. Мурманск.
И на этом видео, наверное, за... Нифига! Цены жирные! А у меня только 50 рублей. Сейчас куплю. Нифига цены жирные. У меня только 50 рублей. Нифига. Чего? Это печенька? Это что, от печеньки? Крисмас. Ну вы знаете этот ник. Ребята, я сейчас попрощаюсь со своими гемами, я хочу купить его. Боже, блин, надо посчитать, он мне нужен или нет. Но моя мечта, ее надо исполнить. Да ё-моё, куда заряд девается? Я себе тут на кухне комнатку устроил, такую крутую. Поставил ночник. У меня тут есть розетка своя тут. И знаете что? У меня наушники! И их никуда не деть, я их просто рядом с собой ставлю. А руки кто-то украдет. Ребята, я не буду палить свой номер квартиры, а то я боюсь, хейтеры придут. А если придут, я им наваляю. Позову своих друзей. И они им наваляют. Так, решится или нет? Но он ХП наносит. Ладно, решусь. Всем пока, ребята. Я чуть задохнулся. Я чуть не задохнулся. Ну всем пока, мои ребятки. Целую вас.